Друзья, всем привет! Сегодня сделаем крутую самоделку из обычной полипропиленовой трубы. Сразу говорю, самоделка не для гаража или мастерской и вообще не для взрослых мужиков, но очень полезная, так как заказчик для этой самоделки особенный, поэтому делать надо аккуратно и с запасом прочности. Ну я погнал делать самоделку, а вам желаю приятного просмотра.
вот, как вы, наверное, догадались, у нас получаются классные качели из обычной пластиковой, или точнее полипропиленовой трубы. Как раз у меня завалялась такая после монтажа водоснабжения в доме. У меня она 20-я, но, как вы понимаете, подойдет и 25-я, и даже 32-я. Сидушку я сделал тоже из того, что было, и обработал морилкой. Купил только веревку и крючки с карабином, что вышло по деньгам в районе 300 рублей. Готовые будут явно дороже и по прочности хлипкие, а эти с большим запасом прочности, я уверен в том, что выдержат даже меня. Но и самое главное, сделано своими руками быстро и с удовольствием. Так что довольны остались как производитель, так и маленький заказчик. Напишите в комментариях, как вам такая самоделка. У меня осталось еще несколько пластиковых труб, вот теперь думаю, что можно еще из них сделать. Ну а вас я попрошу написать свои идеи в комментариях. На этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Желаю всем хорошего настроения, всем пока!